Тепловые испытания. MOSFET от ST Microelectronics. 6 STF 95K5. 999 секунд. Этот прибор меряет температуру радиатора светодиодной матрицы. Вот этот приборчик меряет температуру радиатора ключа. Он нам интересен. Между ними есть расхождение, но это не важно. Только что поел. Еще не все остыло. Поехали. Бах. Наблюдаем. Записывать. Будем греть ключик до 95 градусов. Сам отключим. Ну, температура матрицы незаметно растет. Большой, массивный радиатор. Чего не сказать о температуре радиатора ключа бак-конвертера. Напоминаю, тут 124-ваттный бак-конвертер. Почему такая топология? Ну, была доступна в наличии у меня микросхемка для LED-светильника. Вот я ее и поставил. Очень унылый, слабомощный гейт у этой микросхемки. Всего 7,5 вольта, притоки 150 миллиампер. Такого приличного ключа туда не воткнуть. Просто-напросто гейт не обеспечит перезарядку большой емкости. Или же, если высокий уровень платы Миллера, то и переключение транзистора из линейной области в область ключевых режимов. Красиво светят светодиодики. И матрица нагревается. Что там у нас после отработки 270 секунд? Температура матрицы 31,6. Растет потихоньку. Ключик уже в области таких максимальных режимов. Отработано вот сейчас 290 секунд. Продолжаем жарить. Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам. В общем, типичная, к сожалению, схемотехническая ошибка. Пренебрежение расчетом управляющей цепи затвора моб-транзистора. Взял микросхемку, которая для лампочки светодиодной 30-ваттный, и влупил не по назначению. Вот и итог. Поставил бы драйвер на ее выход для ключика, все было бы совсем по-другому, даже в топологии бак-конвертера. Такой бы температуры на ключе мы не наблюдали бы. Так мы приближаемся к пику температуры и, соответственно, к отключению. Радиатор матрицы 36 градусов. Радиатор
ключевого транзистора 82,6 растет. Отработано времени 450 секунд. Идем дальше. Как я говорил, дальше 95 не гревать не будем. Итак, что мы имеем после 570 секунд? Температура матрицы 39,6. Ключик растет, растет. 87 градусов по Цельсию. Осталось 400 секунд. Так, мы близки к отключению. Температура радиатора матриц 41,7. Ключик подтягивается к 90 градусам. На корпусе сейчас где-то 115, на переходе 115 градусов. 150 максимальная. Не будем мы затягивать этот процесс, сейчас выключим. Ладно. Вот мы и получили. Отработка до 300 секунд. Выключаем. градусов, матрица 42,7, отработали мы 607 секунд при температуре окружающего воздуха 24,6 градуса, то есть летом время работы будет меньше, чем 600 секунд.